Не, вышло все. Кучки. Да там банка надо. Ну, хороший был. Вот такой кусочек. Так, и вот сигнал еще. А, что ты цепляешь? О, нормально. Кусок трубы. Чисто. Надо закопать. А, настройки. Где-то 8. 9, 8 и на 3 чувствительность. О, шикарно. Болт какой-то, да? Болтик, ну. В этом пятаке мы тогда нашли большую железяку. А, в конце ролика, не забуду, фотографию добавлю. Это наш первый ролик по копу. Всем привет, зовут меня Александр. Копаем с супругой. Прибор у нас... МД-4030П Pro, кому как удобней. Из доработок только изолента на соединениях и катушка. Замазал я ее космофеном. Надо будет подмазать. Прибор покупали в России недавно. Себя он уже отработал. Точечный сигнал. Ну-ка. Добавил ширину. Да. Тепло какое-то. Прибор неплохой. Как первый, так идеальный. Единственное, в России цена большая. Сейчас везде цены большие. Копаем здесь не первый раз. Опыта у нас копки немного. Занялись этим относительно недавно. Роликов будет по копу много. Ждем еще один прибор. Как придет, покажу. Ну и что? Ничего лишнего. Что-то мелко, да, выкопало. Е-мое. Ну-ка, куски. Что, серьезно, что ли? Ну-ка. Вон она. Угу. Пластинка. Вот такие детали они обят. Это же от косилки. Угу. А позже покажу, что накопали сегодня. О, как удачно поставил. Прямо на сигнал. Банки с ним искать вообще идеально. Уже, говорится, на сотни банок накопали. И это еще самый такой... Ну, такие вещи, тюбики. Это прям вообще он любит. Алюминиевые банки и тюбики. Ищет идеальные. Пачки из-под сигарет он хорошо ищет. Ну и металл неплохо ищет. Это, говорится, то, что есть в земле, то и найдете.
А так процесс увлекательный. Если есть свободное время, в принципе, и окупаемый процесс. Копать интересно. Копаем мы по очереди. Ну и что там? Во! А, крышечка. Крышечка. Ну, сегодня были хорошие находки. Они в прицепе. Позже покажу. Копаем на территории военной части. Раньше часть военная была. Ну, это было очень давно. Ну, сигнал неплохой. Еще хорошо он сигнализирует на алюминий. Прям идеально. Он на лопате, по-моему, остался. А это кирпич? Нет. Так, вот это. Вон. Нет, металл. Ну-ка. Чугун, скорее всего. Убери лопату. Да. Чугунину ищет хорошо. Так, где-то тут недалеко мы детальку нашли. Такую реально нормальную. А, ну вот здесь. О, вот она. Хороший сигнал. Это вот баночка. Вот такие вот баночки. Прям хорошие. Или не здесь мы нашли ее. Ну все, сейчас на край вышли, сейчас по краю пройдем. Хороший сигнал. На улице холодно. У нас в районе нуля. Даже, наверное, минус. Что-то интересненькое. Интересно, что крышка. Юрали его, что ли? На цветнину у него все хорошо. Берет он до двух штыков, выкапывали деталь, где-то 2,5 штыка. Ну, а правда, весил 20 килограмм примерно. Квадрат 60 на 60, длиной 0,5 метра. Сигналил очень хорошо. Шиповник. Аж зашкалит либо вверху. Помойка, наверное, опять. Либо банка алюминиевая, она прям вообще сигналит хорошо. Ближе к кусту. Сейчас перчатку одену, руки мерзнут. А, кольцо. Кольца, да, хорошо находит. А, другое что-то? Нет? Что такое? О! Вот хороший был сигнал. Синяк, что ли? Каток, это наш первый каток. Чудеса. В этом году катков не было. Но повторюсь, копаем мы недавно. Ну, тонну насобирали уже нынче. Прикольно. А, ну у нас из колес нынче только диск был, да? Да. Дома еще лежит, не сдали пока. Ну, о, это сигнал. Ну, тяжелый. Так, ну мы собираем с тачкой. Сейчас тачку подгоним. Так, лопатка у нас. Фискарек маленький.
Это удобно. Вообще нормальная лопата. Вот еще сигнал. Это вот рядом с тем закопали. Нынче всего один продотпал нашли. Тоже, кстати, тут недалеко. Лемехов нету. Вот поле. О, там снег идет. Красиво такая. Только холодно. Ничего. О, тоже хорошо. Кругляк? Да, а нет, трубка. На сигнале он никогда не подходит. Нет, еще что есть. Ага. Да, сразу проверяем все рядышком. Да, пир. Ямки закапываем, чтобы кто-то не ругался. Ну, в принципе, кроме таких, как мы, никто больше не ходит. Так, вот результатик. Сегодня болторезики. Да, пока ходил за тачком, вели тарелку алюминиум. Пройдемся. Нам еще повезло, что снег не путь идет. Такой рваный сигнал. Очень глубоко вроде, да? Ну-ка. О. О, что-то хорошее. Нормальная деталь, толстенькая. Ты знал? Прям нормально. А где-то тут мы недалеко и выкопали, по-моему. Ой. Интересно. Что там так сигналит? Ну, он обширный был, подожди. Сейчас я здесь здесь тоже сигналит. Отход в длинный лежит. Не видать ничего. А, нет, ниже. А вот что-то пластина или какой-то отвал. Нет, отвал не гнется. Гнется или не гнется? О, нормально, а уже согнуто. Вот и сигналило хорошо. Так. Еще что-то. Сейчас с этих сторон подкинем. И здесь сигнал сильный. Тут ямка какая-то небольшая. Ямки желательно проверять все. Бывают хорошие находки. Тут возле дома копали. Крутить пришлось. Покопать. Ну, пока не снимали. Вот решили сделать каналчик по копу чисто металлолома. Ролики будем снимать разные, длинные, короткие. Кому-то может быть полезные, интересные. Обзоры не стал снимать, смысла никакого там не вижу.
обзоров потом прибора полно. Так вот думали, обычный или прошку взять. Взяли прошку, потому как нету глюков. О, обрезок. Точка. Хорошо. Вот, а. Подожди-ка, сильный сигнал прям. Вот глубина около штыка. Угу. И все ищет. Тоже думал взять пирата сперва. Сегодня пластиночка. Еще пластинка. Хорошо. Ну-ка. Еще есть. Угу. Походу он перекапывает сейчас всю эту яму. Надо было вторую лопату взять. Уголочек. Угу. Походу свал какой-то был. Все-таки хоть что-то сегодня нашли. Еще есть. Нормально. Че такое? А, сегодня такую хуй находили штуку. Тележка же, помнишь, сказал? То ли с кожей, то ли с бумагой. Здесь вот, да? Не, рваный. Тут сильнее было. О. Когда находка мелкая, сигнал рваный. Когда она большая, он прям четкий. Проволочка взрыва, ну-ка посмотри. Не, провод, навряд ли, что проволока. Хотя, если на кольцом лежал, то может быть. Еще кольца от бочек круглые. Прям сигналят обалденно. Тут неподалеку мы тогда выкопали штук 10 на них. Проволока? Проволока просто. Гвозди, проволока, ну-ка. Ну, что-то еще есть. Глубже. Давай я покопаю. Нет, что-то стукаешься, вон. Что-то показалось. Она, походу, опять такая же деталь. Кто? Кастрюля. Кастрюля. Сегодня был топор, молоток, лопаты. Ни одной, кстати, не нашли сегодня. Обычно, да, с лопатами везет. Копать мы начинали на старых сгоревших дачах. Было прикольно. Куча лопат. Что такое? Опа. Тяжелая. А это, прикинь, это походу медная пластинка. Либо латунная. Зеленая. Нифига себе. Тут килограмм, блин. Шикарно. Ну-ка. Стой. Царапни лопатой. Ну вот я поцарапала. Где? Вот видишь. А, латунь желтая. Шикарная находка. Килограмм латуни. Да, сразу в тачку. Что-то еще есть. Вторая часть, наверное. Вот тут на месте сильно звенит. Так, а пока выключу батарейку, не садить не будем. Покопаем маленько. Ладно, покопаем. Продолжу. Хотя. Ролик должен быть информативным. О. Шикарно. Да, стучу. Хорошая. Так. Это с борта с какого-то, походу. Все удел. Еще есть? Вот что-то спрябаешь? Камни? Камни? Нет, что-то под ногами у тебя ближе. Копать интересно. Постоянно что-то новое находишь. Находки всегда неожиданные. Проволока. Это медная или может.
Нет, так походу не латунь, а медяк, в общем, тяжелая. Все, там вроде больше нет, надо позвонить. Бери еще. Вот тут сейчас покажу. Сейчас тачку подгоню. Так, у нас новый сигнальчик. Что-то. Пластинка. А, пластинка опять такая. А, нее побольше. Ну, нормально такая. Тяжеленькая. Да, камеру лучше не выключать. Находки лучше. Ходили-ходили. Песок. Вот еще ведро выкопали. Так, взорваемся. Че это? О. Здесь какой-то чугун. Да, чугунник. Так, ладно, пойдем туда копаем. А то это что-то увлекся. Тачка. Весело. И вот и тут сигнал был, мы еще не докопали. О, что-то есть? Так, ладно. Ох, нормально. Шевелится бугор весь. Копай, я дерну. Фу-фу-фу-фу. Ничего себе. Что-то нормальное. Труба. Тут вода, по-моему, подъехали. Ой, муравьев тут много. Не, давай еще копну. Так, подержи-ка, дерну, и все. Такой большой сигнальчик, труба какая-то. Фига себе. Ну, тяжелый. Мы такие уже находили, правда, с отводом. О, как раз с таким уголком. О, нормально. Давай замутимся. Да. Вот такой хороший сигнальчик. И вот здесь рядышком еще один. Сейчас попробуем копнуть здесь. Закопаемся. Вот так. Бей. Все, сигнал перестал. Да, я покопаю. Да, я подержу. Это здесь? Ага. Каждый раз интересно, что там выкопаем. Неизведанное. Когда банки не очень интересны. Ну да. Вообще, да, кто любит ходить по грибы, тем понравится. Альтернатива хорошая. Да, пока грибов еще у нас нет. А собирать уже хочется. Кость какая. Кость? Нет. А это колесико у тебя. Давай посмотрим, что там уж это. Выкопал. Ну, либо глубже. Посмотри. Глубже? Глубже, ну. Ага. Там корни еще. О. Опять жестянка. Мой сигналило так. Ну, большая жестянка. Ладно. Начин. Крыло, походу, чего-то. Нет? А? Крышка чего-то или крыло? Непонятно. Ну и так нормально, как не везет. Ну все, здесь вон, остались ржавчина маленькая, небольшая.
Так, сигналов нет, все, здесь сейчас все закапываю, идем дальше. А, возим в прицепе, вот, тачку набираем, привожу, выгружаю. И все, щедрок сегодня он добывал, неудачно соскочил. Ну, там десятка, там 2 метра лежит, наверное, видно. А так неплохо, помаленьку набирается. Ну, время вечера, еще у нас часик-полтора есть. Покопаемся. Попробовал сегодня побить бетон. Жестко это, конечно. А там и арматуры не было. Ну, это мелочь. Ладно, пойдем дальше. Пока сигналов хороших не было. А, кстати, не снял. Нашли лопату. Так что куп удастся. Так, хабар в гостинице мы тоже оставляем. Как и многие. Так, ну все. А, хорошо, пока в лесу тепло. Ну как тепло? Нолик, насекомых нет. Травы нет, говорится, копай не хочу. Ладно. У нас ока. Прицеп. Больше оки. Ну ладно. Борта низкие. Зато объемно все входит. Иду дальше копать. Так, пока я ходил, бродил. Тут, в принципе, метров 150, может, в одну сторону. Ладно. И вот маленько нашла железяк. Таких вот хорошие. Пару кило. О, нифига себе, вал. Нормально. Мелочевочка. Пружинка. Интересно, что такое. Что-то хорошее. А, она цельная? А нет, цельная. Грязь выдвину, чтобы домой не катать. Так, ладно. Колочу грязь пока. Так, ну вот, очистил я от грязи. Ну, вот такая железячка хорошая. Где-то до 10 миллиметров. Весомая. Пружинка такая добрая, но ломаная. Ух ты. Тачка одноколесная. Видишь? Кстати, с тачкой вообще во. Ходили с мешком. Это все. В этом году первый раз тут были. Еще пешком ходили сюда. Снег был, дорога. С тачкой вообще хорошо. Сейчас там таксик. Тишина. Пока непонятно, не очень сторонки. Что-то цветная. Медяшка, наверное. Можешь копнуть? Нет. А, ну да, сегодня на цвет нет поперла. Латунька. И там цвет нет был. Хорошо. В резерве кого-то есть. Снег ушел стороной. Хорошо. А главное, не жарко. Да? Не потеешь. Да? Холодно все-таки. Нолик на улице. Может быть, минус чуть-чуть. Поля, хорошо. Все, сигнал есть. Но тут больше ничего не было. Странно как-то. Немножко, дай хоть я побегаю. Проверим. А, да кто на 9 переставила? Я на 8 ставлю. Возвращай обратно, так будет надежней. Он глубже берет. Ну да. Сейчас еще раз проверю. Мелочь. Мелочь. А тут посерьезнее. Подожди, подожди. А вот. Всегда проверяйте, где копаете на несколько раз лучше. Подожди, а мы тут проходили же уже. О, какую нашла. Хороший был. Ничего, говорит, нету, да? Да.
Да нет, обрезали газиком. Так. Во. Не, он тихий, хорошо, нормально, ничего, тишина. Да, здесь такой выше. Подожди. Все металлы. Не, все металлы плохо. 7-8 вообще нормально и чуйку на 3 часа. Можно на всю чуть не вернуть и нормально. Разница 12 часов до на всю как бы по глубине нет. А мы что-то проходили тут краем. Странно. Да это маленький сигнал. Пошли дальше. Не докопало маленько в сторону. И тут сигнал. Ну, пластинка нормально. Сверху лучше убирать, это бывает просто банка лежит. А, еще сигнал. А? Гвоздей куча. Ну опять значит. Тут край части был, когда из жилой зоны. Когда ее расформировали, там утилизировали, сожгли, видать. Ну, такие здоровые. Вроде хорошие. Тоже непонятно, да? Ушли на край, внутри колючки много, как бы. С колючкой вообще беда. Ну, колючку рваный, сигнал идет. Прерывистый. Как бы легко определить. Вот как сейчас. Нить что-то пробивается. А тут колючка. Наверное. Не. Вот такие сигналы не стоит копать. Рваные. А звуку добавил. Это есть? Холодно, капюшончик. Походу снег сейчас даст. Холодина. Рваный, ну это тут в гвоздях все. Хотя помнишь, там как-то карта дала, там все так же сигналило все. Непонятно. Нету? Глубоко банка сидит, глубоко. Ну либо краем. Что-то тащится, да? Корни. Очередной сигнальчик. Там здесь возле поля. А, кстати, показать сейчас, как сигналит. Да, сигналит хорошо и на 9, и на 12 вообще. Попробуем сейчас подниматься, мне интересно, что там. Ну, звучит вроде хорошо. Да.
гроба только. Может что-нибудь алюминиевое? Алюминий хорошо вообще прям звучит. Нет, корень был. Тебе надо сюда ближе. Да, когда большой сигнал, он прям сильно это. Крайне закрутил. Да. Опа. О, нормально. Железо какое-то. О, толстый. Вот это железо. Кусочек. Хороший кусочек, да. Килограмма 3-4. Доброе. Сейчас посмотрим. Сейчас может проверим. Еще что-нибудь есть. Я вроде по куче ходила, рядышком где-то. Проволока. А, нет. Глубоко лучше не копать пока. Все? Все. Все, выкопали. Пойдем искать сигналы дальше. Лопата близко. Хорошо на лопату хорошо реагирует, да. Но тут как? Еще один сигнальчик, недалеко отошли. А, нет, трубка. Звучит вроде тоже замечательно. Трубка какая-то. А, нет, не трубка, ничего. Цельная. Арматура? Есть арматура, не кругляк. Нормальный. Опло. Ну да, тяжеленький такой. Вот такого мусора здесь полно. Самое интересное, ходить его искать. Ну и плюс природа, в лесу отдыхаешь. Вообще прям замечательно. Погодка сегодня хорошая. Морозно, правда. Ну то снежок идет, то солнышко. Тучки вот такие у нас. Саша свечку одну увез, вот понемногу собираем. Даже, ну, уже тяжелая телеска. Что-то Саша еще нашел. Что-то длинное, да? Да, ну. Сигнал не четко. Ну попробуй копни. Банка. На банке. Может, лопата? Еще одна. Нет, вроде упирается никак в лопату. А, выкопал что-то мелкое, наверное. Ну, мелочь. Прерывистый такой сигнал. Ладно, идем искать дальше. Лучше не копать. А то копать замучишься. В лесу. Так, у нас очередной сигнальчик. Такой добрый. Вот кучка небольшая. А, ну плохо видно. Но он тут есть. Это либо жесть, либо что-то путнее. Интрига. А, в рыхлом грунте мы тогда железяку нашли в глубине 2,5 штуков. Звучало как алюминиевая банка. Тоже в отвальчике.
Он где-то в стороне, может, на меня. Okay. Ну, подойди. Как раз таки тут есть. Не жестянка хоть? Труба, походу. Труба? Труба, это хорошо. Что-то еще цепляется. А, кстати, по батарейкам. Накопали где-то с тонну. Первые батареи, которые с ним шли. По-моему, космос, да? Угу. Они как бы не сели до конца, мы с собой носим резерв. А сейчас за полтинник нашел батарейки. Сейчас просто Голливуд везде. Вот 200 рублей. А в хостоварах нашли дешевые батарейки. Вот первые отходили, мы тонну накопали. Одними батарейками. Дешевыми, солевыми. А, заказали аккумуляторы. Придут, покажу. Пока только так. На батарейках ходим. Да мало ли. Ролик первый. Будет длинный. Прям длинный-длинный. Длинная труба? Ну, а длинный сигналит. Ну, сигнал сильный. Что, полтинник опять? Да. Ох, ничего себе, красота какая. Давай, дерну. Подожди. Подожди. Опа. Тяжелая какая-то. А, она толстостенная просто, вон. Стенка толстая. Труба. Ох, ничего себе. А вон машинка уже рядышком. Нормально. Десяточка с грязью вместе. Что-то еще пищит. А, кстати, хотел пробочку показать, но ушел. Да, на пробке он тоже нормально работает. Золото тоже, кстати, видит. Так что можно и по пляжикам побегать. Нынче в Хакасию поедем. Поснимаю. По пляжику побегаем. Что нам делать-то? Утром раненько съездим, побегаем. Так, ладно, включусь. Будет хороший сигнал. Пока рядом хочу показать. В прошлом году грибы собирали. Нашли, тут была квадратная какая-то штука. Десятка железа. Но кто-то разбил. Мы забрали не все. Тут еще осталось трудного железа. Сейчас покажу вам. Вот такая красота. Вот кто-то пытался уже ковырять арматурку. Но арматурка ничего. Вот железо, восьмерка. Так, а вот вторая перевернутая. Вот такая вот. Такой добрый кусочек. Вот она. А, шестерка, наверное, сверху еще одна. Она такая, не знаю, что за деталь. И вон еще одна целая. Их тут три. Вот такие вот дела. Так, ладно, пойду к Юле. Железо есть, никто не берет. Странно. Тяжелое. Надо забирать и выбивать. Либо здесь, либо сюда что-то везти. Ну, да, трудоемкость, вес нет столько, чтобы заморачиваться. Ну, кто-то пытается, пускай колотит, пробует кому-то. Уж получится. Ну, вот, пока бродил, Юля еще нашла вот такую чугунячку. Не знаю, что такое. Ну и сгончик дюймовый. Опять сигнал. Так, по краю ходим. Пока только камни. Камни тоже хорошо. Ну, когда их мало, хорошо. Были еще в одном месте, потом будем там. А, поснимаю тоже ролик. Так сказать, случайно, которую честь нашли. Так, сейчас пройду. Так, я пока побегаю. Пока травы нет, можно побегать. Катушка, кстати, неудобная, трава, когда попадает веточкой внутрь.
как бы цепляется очень хорошо. А, еще покажу сейчас. Вот, космофеном замазал, вот, края уже подбитые. О. Ну, это об деревья, об металл зацеплялся. Надо, говорится, пройтись еще, помазать. А так хорошо, мазала герметиком все эта фигня. Кто хочет герметизировать, не заморачивайтесь. Вот здесь силиконил. О. Телефон нормально работает. Значит, металл есть. Вторая часть? Серьезно? Это не вторая, значит, больше должна быть она. Такую же, слава железяку. Большую, да? А, где-то еще, значит, часть есть. Интересно. Так, та у нас тут. Это здесь. Что случилось? Сигнал был писали, почему сказали. Думаю, что глубоко. Ну да, наверное. Холодно еще. Батарейки подмерзают. Точка. А, точка, ну хороший. Как хорошая банка, да? Алюминиевая банка тоже бьет так, что кажется, там копаешь. Не выкопали мы ни одного трака, ни одного лемеха. Только один отвал. Ну, крупное железо у нас было. А, дома есть как-нибудь. А, сниму, покажу. Ролик первый, канала еще нету. Канал будет только на Дзене. А, на Ютубе сейчас смысла нет каналы заводить. Там есть канал, по другой тематике. Каналы. Так, не. Да? Разные? Ну-ка. Будущим подписчикам покажем. Рядом не стояли. Значит, где-то должно быть еще. Неполная матрешка. Ну, конечно, хорошая. Чугун какая-то, литая деталь была. Ну, они либо глубоко. Придет глубинник, потом погуляем еще. Накопаемся. Сейчас хорошо гулять. Грибов нету, зато металл есть. Хоть немного, но есть. Там возле дома тоже копаем, потом поснимаем. О, что-то как-то. Тут столько подводящих кабелей было выкопано. Неуверенный. Посмотрим сейчас. Так, сейчас по аллейке еще пройдем. Кучки. Да, грунт скрываешь, показывает лучше. Это куча какая-то. Странная. Под деревьями тоже попадались большие детали, но... Нет, ну с ума сходит, что-то другое. Я не помню, на чем он так сигналит. Крышечку нашла, ну это нормально. Крышечка это хорошо, да что такое. А, ну бывает, что да, и верховой мелкий, а глубже там. Все, ну, давай тут копаешь нормальную ямку, а там банка. Ладно, банка, еще крышечки эти пивные. Ну пивные как бы не копаешь, они прям просто... Не сигнал. Как-нибудь попадется, покажу. Тут не пили, тут ели. Кругом из-под тушенки, из-под всякой фигни. Так, ладно, пока ничего нет. Так, ну вот и все на сегодня.
Приехали мы часа, наверное, в 4. Сейчас время у нас 7 час. Около 100 килограмм, наверное, накопали. Вот уголки. Прицеп 2,60 внутри. Вот они, 2,5 метра, 3 штуки. Швеллерок тяжелых. Ну и железки были крупные. Хорошие попадались. Толстенькие обломки рессор. Колесико. Вот. Маленько алюминия. Латуни. Цепочка. Так, ну все. До встречи на копе. Всем пока.